Сет у нас вторые сутки залез в вентиляцию и не хочет, не может оттуда спускаться. Так как он диковат, мы тоже не можем его спустить, он в руки не идет. Уже все сделали ему. И деревянные эти, и попону туда подвесили, чтобы он по попоне мог спуститься. Нет, сидит сутки и кричит. Барсюш, все уже заглядывают. Барсик, поднимайся, показывай, как залезть и спуститься. Барсюш.